Как у тебя ник? Мишаня. А, я могу тебя так пригласить. Ну-ка, погоди. Так, сей. Бля, я не вижу тебя в стиме. Погоди, не понял. СГТ. Мира по нитке, спасибо большое еще. Бля, нихуя, работает. Работает, ребята. А вот мне дали 100 какой-то хуеты, что это такое? Не знаю. Я такого не вижу, Мишаня, блядь. Мишаня. Ня... Нет такого человека. Ня капсом, если что. Возможно... Мишаня. Не, не находит сейчас. Как, ты даже не видишь, что ты в стиме существуешь. Алькоре. Алькоре, ну вот. Да, лучше циферки дай. А, да? Сто лютого респекта, блять, кайф. Нет, не добавил. Ты знаешь, что добавил? А, так у меня пишет, что ты офлайн, блять. Ну, я тебе пытался отправить, ты как бы мне пишется, что тут ты онлайн, но... Звездочки, нажми на человечка в двух справа сверху и номер ID сообщи, циферки. 1467 8425 9. Миньоны из Чечни, блядь. Почему, блядь, смешание не прокатывает, нахуй это? А ты с кем-то играл в нее в лобби? Да, и с Джокером спокойно, и с Нузом спокойно играли. Ну, в принципе, система недалеко ушла, что в Даркере система, блядь, говна ебаного, нахуй, френдлист не могут добавить типы, блядь. Не, френдлист работал нормально. Просто есть какие-то, блядь, непонятные вещи. Старт нажми. Какой старт? Блядь! Мне надо, типа, соло, триал, ньюкамер пройти, да? Не, тебе нужно просто войти в лобби. Ты на экране выбора перса, а не в лобби. Так, а мне на какой надо? Соло-триал или трио-триал, да, мне надо? А, трио-триал, да, но что-то, погоди, все равно что-то не работает. Ну, потому что я новенький, наверное. Всем привет, я должно, новенький. Должно. Все равно тебя не видит, блядь. Мишаня. Ты на ИУ серваке? Я тут еще кое-что вспомнил. Как понять, блять? В самом начале, когда выйди на экран Return to Login, слева снизу у тебя написано, что... А, ЭНА, блять, понятно, нахуй. А, на его сервак. Пиздец, блять. 2000 проблем. Ты сейчас еще в игру зайдешь, охуеешь от жизни. О, ну ладно, нормально. Так. А, теперь новые циферки же у тебя должны быть. А, я тебя да я думаю, вот так сейчас пригласить. Так можно будет пригласиться, всё, да. Конечно. О, блядь. Аллилуйя, нахуй. Возьмем с собой зрела пока. Так как хочешь. Ща, вон он, лихалье. Инвайт. Он лихалье, ты же знаешь. Хороший парень. Он лихалъех? Нет. Не знаешь, он лихалье? Ну ладно. Нет. Хороший парень. Добрый, милый. Не донатит, правда, но зато хороший парень. Добрый и милый. О, он еще и на хиллере идет. Ебать. А я не знаю, не он дед. Спасибо большое за сатанчик. Благодарю тебя. Но все ослаблено. То есть, дэмэдж по тебе меньше. Файты из-за этого дольше. Все, вся разница. Можешь скинчик себе за 100 монет взять. Да, бля, ребята, я вот видел бы, нахуй, где это можно купить. Я бы с удовольствием, наверное, сделал, блядь, но... Я у Миши не сижу после того, как он добил медвесовуху. Пиздец, на тебя человек обиделся за убийство медвесыча, блядь, в игре.
Новый уровень, блядь. Хиро, эквип, и слева внизу скинс, ну, и чё? Тут нет скинов просто других. Так анлок нужно нажать. А, у тебя, наверное... Погоди, сейчас скажу, на лучницу? Ну, на девку нету, походу, да. На лучницу походу, нету, да. Да, на лучницу нет скина. Да, вот тут есть на мужика такой. Спасибо, Криомедуза, большущая, за переподписочку. Спасибо за целый годик. На с новым очком тебя, с новым званием. На магичку и на этого. И на хилера. Я теперь тоже уйду, как ты мог. Да, блять, мужики. Вы, конечно, простите, блять, но... Что, каждому из вас пачку тампонов, что ли, блять, отправить или че? Короче, знаешь, тут самая лучшая система, какая в этой игре? Если ты берешь с собой в данж предметы, ну, одежду, сет, еще что-нибудь, и твой тиммейт убегает с твоими вещами, то есть он смог тебя раздеть и убежать в портал, то все эти вещи придут тебе по почте. Ему не нужно передавать их тебе. Такие вот дела. Ну, я так понял, тут вообще какая-то тактика галактика, блять. Но это еще неплохая такая защита от РМТ. Угу. Приходит чел, скидывает тебе вещи, ты их забираешь, уходишь, они ему возвращаются, блядь. То есть, погоди, если я найду какую-то хуйню прикольную, и я не смогу тебе ее отдать? Нет, ты, если она на мне была, то есть я с ней вышел в файт, то ты забираешь мои вещи, и они мне тут же возвращаются, если ты выходишь. А если ты ее в игре найдешь, то само собой нет. Только с тем, что ты зашел в игру. Пиздец, а если я у тебя спиздить хотел что-то, например? Хуй ты получается. Через обмен как-то. А, лук есть, блядь, сейчас хуйня. Лук бесконечные стрелы, кстати. О, ну эта игра еще просто не дошла до того уровня, блядь. Она типа... Ебать, если... ну реально, это же такая, сука, копирка, пиздец, да. Блядь. Если ДНД — это существование в дерьме, попытка выжить и прочее, то это, знаешь, прогулка в парке. Ты чисто хорошо, такой Криомедуза. Вышел, ну там можешь послушать в начале. У магов скиллы за ману, кстати. Не знаю, как у тебя снизу есть полоска красная? У меня синяя полоска внизу. Синяя, значит, у тебя, возможно, тоже мана. У меня рейдж накапливается, я скиллы использую за ярость. Если ярости не хватает, я не могу скиллы использовать. Держи 3-4 крысовые уровни предметного типа метательные т.д. Да. Скорость установки капкана посмотри. Блять, сейчас погоди, начнешь игру, увидишь. А тебе еще, кстати, на тап посмотри, тебе хилки бесплатные выдали. Да, да, это жестко. Корс установки капкана отсутствует, Мишань. Ну ты кинешь. Он моментально типа ставит. Да. Ебать, прикол, нахуй. И его потом, по-моему, не снять, только если попасться у него. Пиздец, ну монета тут и сокровища такие, знаешь, блять, чтоб слепой, нахуй, увидел наверняка, блять. Ой, тут еще и в 5000 раз больше, ой, типа, зоны всего лута. Циферки, блядь, какие-то вылетают. Нахуй. Урон показывается твой. Чек. Ну, кстати, вот против циферок вообще ничего не имею. Цифра урона, это мне нравится такое. Да, мимик, смотри, такой же, Мишань. Такой же, да, вообще прям. Да, вот я веду к тебе мимика. Ну не, немножко другой все-таки. Ну, погоди, сейчас. Сейчас ты увидишь, как он умирает. Смотри, оп. Угу. Абсолютно. Может, блядь, ассетики-то и вправду. Ой. Ассетики-то и вправду, блядь, были это. Potion of Magic, хелье. Держи. Магия. Возможно, да. Мне тут уже кидал предположение, что скорее всего и эти, и те спиздили. То есть, угу. Ну. В смысле, третье... Ебать, что? Третье лицо есть? Кого? Ну... Да. Никто им не пользуется, но оно есть.
Так, Potion of Magic, это что такое? А, здесь есть Shield Points. Пиздец, пока какие-то супер странные ощущения, если честно, блять. Даже не знаю, как... Да не... Я даже не знаю, что, блядь, сказать. Она просто проще играется, это вся разница. Причем, ну, сильно проще играется. Она светлее, картинка немножко по-другому, они как будто прикрутили немножко графику. О, тут чей-то факел или это твой? Это я кинул, да. Сейчас он встает, смотри, скелет. О, посмотри, как скелеты умирают, ебать, Мишаня. А у них кровь есть? Нет, но если скелет бьет скелета, то кровь есть. Ну-ка, смотри, как умрет. Оп, развалился. Развалился. А? Жестко. Не, ну то, что у скелетов нет крови, это уже на самом деле серьезное дерьмо. Нет, у скелетов есть кровь, если скелет бьет скелета. Угу. 90% ассетов здесь продаются. Ну, скорее всего. Нихуя она попала по мне боком. А, еще в какой-то момент у тебя перестанут ломаться все вещи, типа, ну, то есть ты их будешь ломать, анимации не будет, но они будут ломаться. Это нормально. Просто анимации ломаются. Ай, блядь, что меня бьет? Тебя вертолет хуячит, или кто это? Жук-паук он. Паук, блядь. Это местные пауки, я так понял. Не, пауков ты еще не видел. Увидишь пауков, порадуешься. Поверь. Я что-то понять, блядь, не могу. Тут же есть на луке это, ну там, как ее. Ну Ой. Это. Ну, траектория полета, там вот это все. Да. Немножко вниз падает. Зачем вы играете в рипах Dark in Darkest? Что? В рипах? Пойдем наверх вот сюда вот. Я очень хочу Мишане паука показать. Зная, как Миша любит пауков, я очень хочу ему показать паука. Обожаю, блядь, пауков. Когда будут техработы в ДНД, будете играть в Grid is Good, так там сейчас как раз ДНД и идут, блядь, техработы же, не? Ой. Ловушки, блядь. Нет? Не идут? А, блядь, ну тогда можно и в Darker Fight пойти поиграть. Да, мне почему-то Grid is Good больше нравится, знаешь, только из-за того, что он чуть-чуть посветлее. Mm-hmm. И... дольше все файты проходят. А не вот это вот два удара сделал, чел умер, блядь. Potion of Magic скинул под себя. Нихуя, я тут еще ни разу не был. Это походу босс. Или нет? Там сундук какой-то здоровый. Ай, блядь, ебаный хуесос. Ну открывай пока. А тут уже что-то маленькие забыли. Сундучки вскрыли, да. О, он для ХЛЕ заговорил. Угу. Так, ну с чипсами я хочу я поместиться, слышу, да? Ну, где-то там он, да, в том направлении. Погоди. Ладно, не могу понять. Он, вижу. А, или кто видишь? Это? А, это маг, блядь, там. Циферки урона, это, конечно, забавно. Potion of Magic есть. Возьми себе. Они его сбросили. Не стали брать. Он сверху, он лихлые. Из-за того, что у скелета нет крови, эта игра, очевидно, лучше. Ну, конечно, блядь. Дайте ко мне. Угу, сейчас я тут разобью это говно. Оно же разбивается все, да? Да. Ловушку не попадите. Бля, тут прям из каждой хуйни что-то падает, как будто. Ой, даже. Тут да, тут лута еще в раз 10, наверное, больше, может в 20, я не знаю. Но прям очень сильно больше. Угу. Пон. А, ну почему я не могу показать Мишане паучков, блядь? Да нахуй эти пауки, блядь? Нет, ты должен их увидеть, блядь. А сколько типов на карте? Вообще что-то никого нахуй не видно. 19, по-моему. 19 типов на карте? Блядь, мы до сих пор ходим, дрочим, никого 18. Не встретим. 18 даже, 18, блядь.
Сейчас найдем кого-нибудь. Вон гробы открыты. О, есть, ходит, ходит слева. Ходит, да? Да, слышу их. У меня. Так, а на Кьюшку же у меня три выстрела подряд, да? Наверное. Я не играл за лучника. А, понял. Вот здесь вот где-то, по-моему. Да, да, прям за дверью. Выходим, начинаем ебашить. Бля, чё? У меня лютый закидон произошел. Да, там иногда происходят баги, лаги. Ох, блядь, меня стало сдули, блядь. Ребята, блядь. Живу, умер. Ладно. Умер, умерчик, блядь, я тоже могу умереть. Это какие-то, кстати, классные типы, потому что они, блядь, все с луками бегают. Надо ловушку, бля, ебануть было, сука. Тут нельзя прострелить окно. Уааа, ну и хуйня. Окно это 100% деф, ты шо? Ой-ой, Мишаня. О, блядь, я его не увидел. Поймал тебя. Ну, ладно. Нормально все. Там у типов интересный билд, они все с луками. Это хорошее это. Ну ладно. Тут лук могут брать все, типа. Но стрелять могут не все. Как мне боевочка, ну честно. Сейчас вообще какой-то бой с залупы был, если честно. Абсолютно такая же, как ДНД. Не, блять, ну, вот, не, я, может, почему говорю, потому что в ДНД, ну, я наиграл достаточно и понимаю, ну, примерно, как там происходит игра и так далее. Тут что-то как-то еще более, блять, картонно, нахуй, деревянно. Нет, наоборот. Я в ДНД, когда играю, ощущаю все деревянным, а здесь все прям плавное, как пиздец. Медленно, да она не то, что не медленная, она тут какая-то вообще ненасыщенная, что ли, хз. Хз. По-моему, она тут быстрее, чем в ДНД, по насыщенности именно. Да, неткод кусок говна, это факт. Боевка в киселе. Да, да не то, что как-то в киселе, знаешь, типа вот. Она просто лайтовая, типа, вот и все. Вся разница в боевке, понял? А как это сказать? Как будто ты. Типа, знаешь, я не скажу, что прям, ну, боевка в Даркере это какой-то верх, но вот примерно я сейчас ощущал боевку, как есть боевка вот в Скайриме, например. Ну такая. Ну. Сочная там, с импактом и так далее, а вот тут как будто боевка из Моровинда нахуй. Вот реально, блядь. Я сравнивал ДНД с Тарковым, а это Battlefield. Вот типа. Бля, ну, здесь более лайтово стрельба, как бы сделано перемещение. Более лайт. В Скайриме сочная, что в Скайриме хорошая боевка, блядь. Ну, для игры, опять же, того времени, с теми реалиями, нормальная боевка в Скайриме. Разве что с модами? Хз, недавно на свече играл, нормально было. Зажрались просто, блять. О, чё? Кулдаун, модифайер. Ну, кулдаун ниже. Кулдаун чего, блять? Скиллов. Выстрела? А-а-а, да ладно. Ебать, он замахивался, чтобы убить меня, но Миша всадил ему
садил. Въебася. Давай. Да ты заебал, блять, я тебя так зарежу, быдло. Ой. Мобы не дамажат почти, забей. Угу. Это если... тоже хуёво, кстати. Да, да тут весь урон просто снижен. По факту серьезное отличие это именно количество урона. Мне наоборот нравилось, блядь, как в Даркере нас душило нахуй игра первые разы, прям вообще пиздец. Да я же говорю, это Тарков и стандартный шутер какой-нибудь. Вот это стандартный шутер, Дарков это Дарков. Даркер это Тарков. У меня для вас перчаточки для кого-то я скинул под себя. А чё мне серого цвета-то выкидывать? У меня ни денег, нихуя нету вообще. Где, сука, пауки? Хочу найти, пойдем налево. Хочу найти пауков. Три монеты, шмотка серая. Такой нормально, блядь. Три монеты есть три монеты, старик. Снизу возле ХП команды что? Цвет шмота показывает тимы? Да. А, вот это прикольно, кстати. Что на ком надето. И на типах ты тоже видишь, когда их начинаешь лутать, что надето. Mm-hmm. Только сделано по-тупому, ты это видишь над типами, даже живыми. А нормально, мне кажется, когда это видишь на мертвых типах. А над живыми тоже гирскор, они бегают с гирскором, блядь. Что за бред? Так, у меня он лихал ее для тебя и штуки. За что? За что мне бить друга? Ради каких-то, блядь, денег? Что за ценности? Ой, это что за бигбой? Это типа газировочник, да? Да. Анимация атаки явно быстрее. Но это у меня именно это оружие. Ну вот газировочник мне нравится, что здесь он толстый, это логичнее. Вот это прикольно. Так, он лихал ее. Вот сейчас скидываю. Раз, два. Банки маны. И тут еще банка маны. Я просто Муська взял топор, который быстрее, чем в ДНД. Вот еще банка маны. Тут как будто начальные, блядь, получше дают нахуй. А, да тут все как будто бы получше, именно в плане простоты. Ну, урона я имею в виду. Да, тебя тут изначально делают сильнее, чем ты в ДНД. Типа, чтобы люди такие, ой, ебать, какой я крутой. Да, блядь, типы же нахуй против тебя все равно такие же сильные будут. Да хуй знает. Еще скинул тебя, он лихал я. Хилочек, уманы. Здесь босс, походу, да? А, со зрением Envy у меня нормально, да, у меня астигматизм просто. Чё? Комната спиженная, да, из... А, тут босс-паук. Это очень, это охуевший босс, лучше его, ну... Это вот спереди который? Да, смотри на паучка там. Выйди немножко. Я все пытаюсь в него выстрелить, блядь. О, ебать, паук охуенный. Ну это такое, это... Ну он паук. Я не знаю, сколько мы его бить будем. Да мне кажется, мы его и не убьем. Мне кажется, я да. Чемпионах пытаюсь загреть, но я не понимаю, блядь. А, вот это враф-лучник, блядь, что?
Ну, чемпион здесь вообще лох, это блядь. Это не чемпион, это обычный скелет. А кто? А. Это, сука, я думал чемпион. Нет, это просто красный скелет. Ну, типа обычный, как все красные, но... А паук это типа местный босс, да? А паук это, видимо, тут босс, да. Но я еще на нем не был. Паука тут можно убить, если на шкаф залезть. А я вот, сюда могу залезть просто, не? О, пошел ебашить паука. Ну, давай, ебашь паука. Если он, правда, в тебя говной какой-то выстрелит, будет ничего. Он до меня не достанет, мне кажется. Киньте факел под него, плиз. Даю. Тут красная зона, кстати, зеленая. Как крипта выглядит, некрополе в каком-нибудь. Это возможно на графона, но это серенькое нахуй нужно. Да, сука. Стрелы бесконечные, да? Да. Стой, стреляй. Все упрощено до предела. Уже пойти его похуярить. Спасибо, Дробрим, большое за подписочку на Бусти. Благодарю. Ну-ка посмотрим, что там. Нихуя ты там навыбивал. Перчатки возьму. Что он лихал ей? Токсик резистанс. Посох какой-то, но... А, ящик не вытал, ящик не вытал. А хули он открыт? О, меч хороший, ботинки классные на меня, которые... И все, блядь. Да. Лут хуйня. Лут хуйня. Ну ладно, хоть центральная лока изменена немножечко. Уже, ой, блядь. Тут есть этот босс, который... Как его? Призыватель. Такой же абсолютно. Mm-hmm. Да ебать, куда стрела улетает, алло? Сзади вон торчит. В воздухе за ним. Да-да-да-да. Почему в ДНД не пошли? Чисто попробовать. Я так понял, просто Лёхе тебе не особо ДНД нравится, да? Алька, мне? Сзади тебя, сзади тебя. Сзади меня враги, блядь. Да. На 15. Мне и ДНД нравится, просто Саня не играет в ДНД. Как минимум. Я из-за него еще играл. Бля, чё так урон сильно режет, пиздец? Я пошел, ребята. Куда ты пошел? К ним ебашить. Смотри, блядь. Это да что за хуйня? Девочка маг поставила ледяной. Ледяную магичку их убил. По жопе дал, подруги. Ага, они тут капкан, капкан, ага. Бля, капкан не снять в этой игре, это пиздец. Фу, говно. Я попадусь, похуй. Или перепрыгну. Да попался, хуйня нормально. Идея, блядь. Нормально, зато он снялся. Они за карту убежали. Ну, они налево там, налево пиздярят. Да, вот прям передо мной. Ай, меня режет, уёбок! Ай, режут! Отходи! Убил свою. Миша, живи, блядь! Да нет. Пиздец, блядь. Сука, какая ты гнида. У тебя там... У тебя друзья, сука, умирают, а ты, блядь, Мишу режешь. Привет, ребята. Здорово, Саня. Здорово, Саня. Какая-то хуйня. Чисто гнидыч, блять. Ой, блядь. Алькор нам Эльфенлит с Мишей подарил Патенимус. А тебе тоже эльф подарил Патенимус, нихуя себе. Хорош, эльф. Разъебный чел. Мы пойдем в Патенимус? Я бы сыграл. Честно, я бы прямо сейчас пошел, блядь, чтобы в Гридес Гуд не играть больше. Бля. Я писал Муниверс, он сказал, что запросит игра. Ключ на Кеймейлере, я не знаю, на Кеймейлере нету. На Кеймейлере нету, по-моему, по Тенимус, как и на Луркете. Но он запросит, он писал у Эльфенлида. Сегодня... Он писал, у нас еще враги, типа, в Червячков пойти. Я в Червячков вот пошел бы с удовольствием, блять. Алькор, тут две пати, тут две пати, Алькор, ну тут две пати. Да похуй, ебашимся. Спину им. Yeah.
говно. Давай мне хилочки. А чё, вторая пати? Не, ну реально, возможно, мне так кажется только потому, что я в Даркер много играл. Но я не знаю, вот это, блять. Ну, не тяжело назвать клоном, нахуй. Точнее, не то, что, не то, что клоном, как, знаете, типа, клон — это хорошее второй описание. Убил. Клон, типа, это не клон, блядь. Я без хп, поделка. Мне похилить было бы очень неплохо. Здорово, Спешилов, привет. Спасибо за 20-й месяц, благодарю, старина. Чё, блядь, это с год не мобилка же, согласись, да, не то, что мобилка. Не, мне не нравится, Саня. А чем он же на ДНД ничем не отличается? Да, блядь, хуй его знает, но восприятие совершенно другое. Геймплейно вообще в другую игру играешь, ну лично для меня. Нет, он на хеллоуи отходить надо было. Что за, я разницы не заметил, но я и ДНД не особо. Да, ну, вообще разница быть, поэтому. Типа там даже звуки выстрелы с лука такие же, как в ДНД. Охуеть, Саня, если я тебе, например, возьму Counter-Strike и Battlefield, и один звук из снайперки добавлю, для тебя эти игры будут похожими? 5 киллов, ебать. Там не только один звук, там мутание звук такой же. Я не знаю, ну, я говорю, типа, я не могу назвать это клоном Darkin Darker, потому что клон — это, ну, когда, типа, что-то, ну, лично, по моему мнению, хорошее, ну, пытались хорошо повторить, это подделка, блядь, ну, типа. Нет, вообще нет, 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 Миш, ты фул не прав. Она просто другая. Мне что-то хуже, чем ДНД. Тут, как минимум, трейдинг сделан, блядь, на порядок лучше. На порядок лучше графика. Просто я бы считал эти игры разной. Вот эту игру я бы считал, типа, лайтовой версией, а ДНД я бы считал версией для мужиков. Вот и все. Типа, это версия для детишек. ДНД чисто для... Йоу, Маринер, спасибо большое мощь. Еще за 100 ребусов. Благодарю тебя, старик, точнее, за 100 ребусов на бусте. Привет, а ты с Андрей не играл в Grid is Good, да? Привет. Нет. Ну, я думаю, ты бы, блядь, такого же мнения, как и я был, если честно. Мне вообще не понравилось. Да, я наигрался.